Всем привет, дорогие друзья, с вами Рисман, и сегодня я вам расскажу, как создавать мегаполисы очень быстро, легко и без модов при помощи командного блока. Ну что ж, давайте-ка получим командный блок. Так, вот, получили командный блок. Прописываем в него нашу заветную команду, она очень длинная. Ссылка, поэтому она выложена на специальном сервисе, который позволяет публиковать длинный текст. И вам нужно будет его скопировать обязательно и вставить в свой командный блок. Ну что ж, и давайте теперь активируем. Так, вот мы вызвали объект, сейчас он строится. Это уже можно убрать. Так, все готово. Вот у нас заветный наш снежок, при помощи которого мы будем строить мегаполисы. Строится это все по принципу, ну, почти такой же принцип, как видео о том, как создавать деревни, но это уже гораздо круче. Так вот, кидаем снежок, падает у нас такой вот блок, который называется City, город. Так вот, у нас разлетаются дома, где будут стоять. И теперь строятся этажи. У нас мобы в них дохнут. И вот, вот такой вот мегаполис. Вот. Достраивается потихоньку. Здания разной высоты. Вот такие вот здания. У них имеется лестница. И вот так вот внутри здесь уютненько. Также вы можете создавать их несколько рядом. То есть чуть-чуть отлететь подальше. И поставить здесь еще один, допустим, снежок вот так вот. И будет у нас второй мегаполис. Вот, вот у нас так вот строится. Ну что ж, на этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, ссылка оставлена под видео. И также, конечно, подписывайтесь на канал. Ну что ж, всем пока.